Проект «Читай быстро» представляет 10 основных советов о том, как научиться читать быстро. Подписывайтесь на канал, жамкайте на колокольчик, а мы начинаем. Совет номер один. Охватывайте взглядом строчку. При медленном чтении взгляд скользит от начала строки до ее конца, делая в процессе несколько остановок. Таким образом, примерно 30% времени тратится на считывание пустых полей. Совет 2. Восприятие слов как иероглифов. Каждое слово должно восприниматься как один знак, а не складываться из букв. Третий совет. Не озвучивайте текст мысленно. Привычка, сохранившаяся еще со школы, она очень замедляет чтение, так как ограничивает его скоростью речи. Не возвращайтесь глазами к прочитанному. Иногда нам кажется, что мы совершенно не уловили прочитанную строку или даже часть строки. Поэтому мы автоматически возвращаемся обратно глазами. Делать этого не нужно, потому что мозг автоматически достроит смысл. Совет номер 5. Соблюдайте ритм. Если вы привыкли читать медленно, то мозг даже при попытках ускориться будет пытаться вернуться к неспешному получению информации. Используйте метроном, часы, ритмичную музыку для того, чтобы придерживаться одного ритма и не давать себе расслабляться. Шестой совет. Читайте каждый день. Длительные перерывы в чтении неизбежно снижают его скорость. В то время как регулярное применение навыка даже без дополнительных усилий приводит к ускорению восприятия информации. Седьмой. Увеличивайте шрифт. Статистика показывает, что информация лучше и быстрее воспринимается, если увеличить шрифт на несколько единиц. Не доводите до абсурдно больших размеров, но ставьте шрифт больше привычного. Обогащайте словарный запас. Мозг всегда тормозит на незнакомых словах, начинает разбирать их по буквам, потом пытается понять смысл. Чем меньше таких слов в тексте, тем быстрее идет процесс чтения. Девятый совет. Познакомьтесь с книгой перед прочтением. Посмотрите автора книги, почитайте аннотацию, просмотрите оглавление. Это позволит примерно представить, что ждет вас в процессе чтения и ускорит его процесс. Десятый. Читайте в спокойных местах. Отвлекающие факторы сильно влияют на скорость чтения. В некоторых местах, вне зависимости от интересности книги, очень сложно сосредоточиться. Пока вы просматриваете 10 основных советов, приготовьтесь к появлению двух полезных инструментов, которые помогут вам читать быстрее уже сегодня. Рабочие тетради «Как научить ребенка читать быстро и учимся читать быстрее за 6 недель». В них мы собрали 20% теории и 80% практики, которые помогут вам и вашему ребенку читать быстрее. Кроме этого, если вас интересует тематика быстрого и осмысленного чтения, и вы хотите погрузиться в нее как можно глубже, то мы рекомендуем обратить внимание на смарт-конспект «5 книг про то, как читать быстрее и все запоминать». В нем в сжатом формате собраны основные мысли из 5 книг, посвященных скорочтению. Go читать и становиться лучшей версией себя вместе с «Читай быстро».